Мы уже с боссом фуловый пвпм. Поэтому она быстро набирается. Надо обязательно закрывать каждый день БПМ. Походу я сам с собой говорю, ладно. Да нет, ты с боссом общаешься. Не, я просто пушу. Ты, ладно, держи в себе, нельзя вот когда горишь, надо высказаться. Надо было ретрик играть. Пересел бы на Лока как раз, да? Не, БПшку через арену проще значительно отыгрывать, чем через БГ. А что БГ, это надо еще попробовать выиграть. Так, а что там выиграть? БГ? Не, подожди, БГ, да. Ну вот мы с Розом играли в конце, ну как это в прошлом сезоне, у нас был винрейт под 80%. Но вот эти вот 20%, которые ты выигрываешь, когда ты делаешь все что угодно, но все равно узнаешь, крайне обидно. Это все больно так. Знаю. Не, рыбы нет. Ну ладно, будем бить, значит. Точно босс запулил. ГП. Начислите. Да, начисляй. Не полутаешь ты топорик свой, боссик. А его для него хрипатый его заберет. В смысле хрипатый заберет? А зачем ну, ему. А зачем ему этот. Анхоли ДК. Так ему лучше стрима гнездами тот. А босса нужен. А босса нужен тот. Ну да, то топорик да, ПВП. Да. Я еще подумал, что топорик есть с тремя гнездами. Нет, там дробящее оружие, по-моему. Да, там дробящее. Да, да, да. Ему лучше это. Ему лучше это взять. По урону все тоже, но гнездо одно. Гнездо неплохо. Да. Только что-то у нас вообще не падают пушки. Сколько 2 КД было еще? Ну, 2 КД было, и ни на кастера, ни на ДД вообще нету пушек. Почему у нас мазика на этот древко уже упала? Это где? Это Сейка? Не, с магика. Там 2 сокета, арп, хаст. Да. 2 красных сокета и бонус на арп еще. Такое неплохое, но из-за хосты мусор. Наша самая слабая из двуручек в этом контенте. КПС мы долго бьем. Очень долго. КПС вообще нету. А, у нас этот лох не бьет. Только сейчас начал. Рос, что за дела? Подведи, ну подведи ты ее к этому, к мишке. Нельзя в среду это. Или что там сегодня? Вторник. Шею.
Ну, опера, наверное, там босс уж. Или камней, сука, кому-то там из них. Чтобы на оперу попасть, нам нужно этого убить внизу. Слушайте, а вы завтра во льду идете десятку Алгалона? Ну, можно сходить. Ого, я в соло похилю, попробую. Чего? Такой челлендж будет. Ой. Ну да, я же говорю, я думаю, вообще изи. Ну просто попробовать. Мне кажется, мы его так задамажим. Да, да, я же говорю. Плюс один ДД. Не, ну вы там смотрите сами. Не, ну в одного танка... Не, можно в одного танка, надо, чтобы ДДшка просто по таймингу даунтил и все. Ловил на себя стаки. Просто мили буду стоять, по мане я не сяду, только чтобы друид мне заливал ману, когда я скажу, и все. В принципе, легко. Ну, естественно, мы на морозе стоим. Как там будет коммуникация? Через сирочек, мне просто еще не кажется. Фиабро, Сорки, он тебе напиздел. Не дает он 14к, ты че? В смысле, при чем здесь 14к? Я про ЧС с этого, с магика. Не знаю. Где у нас там танк? Прыгай на нас. Там это, Мишка ворвался. Ой, полкомнаты у него на хвосте. Угнать за 60 секунд. Никак. Не, ну может можно, хуй знает. Если не свичится. На смотрителе. Не знаю, ну вот тот мы били с боссом, ну на том, когда мы били, у нас мы свичились, но у меня 12,5 было. Да. Может, если не свичится, то 14. Ну вряд ли, мне кажется. Да, ну ты в Т4, а ок нет. Понял. Ну и при этом, при том, при всем при этом. Не, ну роста тоже дамажит, на самом деле, еще как дамажит. Там нас убивает. Сейчас слепин майка где-нибудь появится. Попу просто это все сделаем. А зачем они нам нужны? Стекаем в босса. Что, гол? Блин, я только сейчас вспомнил и подумал. У нас кого-то нет. Хила нет. Да, там. Давай от этого скелета до одного тени. Слушайте, с грулаш падала, с инста падала там шея на крит хаст. Да. Блин, нафиг, почему я ее не взял? Я ж вроде еще никто не ролил. Угу. Капец. А нам кастят, у нас все кастеры с шеями, а хилы, да. Как я же говорю, надо было ее взять.
Да пофиг, что без сокета там крейт есть. Да. Идем с Говхилла. Зачем нам Говхилл? Давайте без него. Ну да, да, понятно. А, подожди, не, он тут, я думал, он АФКшит. Блять, бой. Че за хуйня? Ну он босс. Увы. А по Иберу будем сегодня вообще выдавать? Давайте, давайте, дадим сюда хотя бы. Даю? Да, конечно, давай. Всегда знайте, когда вы берете босса в рейд, будет вот такая фигня. Ну хорошо, будем знать. У нас же будет состав на этот, на зломан. Да карагер еще нет. Ну и карагер будет, да. Но там же тоже 260, нет разве? Не, зломан 264. А. Так он откроется, когда ЦЛКХМ будет. Ну да, ЦЛКХМ, и он выходит одновременно. Топаешь к нам потихоньку. Я не могу. А что там у тебя закрыто что-то, что ли? Меня настолько лагало, что я пробежал сквозь двери, да, на кулисы я стою, вот здесь двери закрыты. Нормально. Хорошо. Дэшку дали. А, сразу же я хотел по... Кому? Розу. А с острова ему разве не лучше? Ну, конечно лучше, просто у него ее нету. Там же прок 800 СПД вроде бы. Не-не-не. Это может быть на X2, конечно. Ой, но... ой, 400, точно. Да, да, может быть. 800, 800. А, то АП, да. То для миликов. Ой, мне сейчас попят опять всех согреть, да? Где скелеты согрелись? Да, да. Да ничего уже не согрелось. Мне питомец. Блин. За ДКшкой бежит. ДКшка, я тебе рисну. Это первое, когда я мне питомец там что-то агрит. Ну, мы еще бежим. Пропускай уже.
Я бы ткнул. Кстати, да, там с йога в ульде падает нормальный пояс на Фурика. С мастерством. Ловкость-то? Да, да. Хороший пояс на Фурика. Типа, да, он 26-й, но лучшего пока нету. Шапочка. И, блядь, только не она сейчас умирать. А роза нету, да? Ну да. Ну хотя бы огнестрельная, может быть, будет. Хотя она мне не нужна уже. Еле получается. Жаль, что он не, шок не кританул. Так бы выселил. Да, ну пойду позвоню пока. Давай. А, Войд, подними его. Чё такое позвоню? Блин, без двух ДД будем очень долго бить. Давайте не будем АФКшить. Бегайте по меньшему радиусу, не заводите. Ой, тебе нужно бегать за ним и бить. Ну, агро вообще по всем гуляет. Мне не хватает на пулов. Ой, на это все. Давайте еще упадем на этом боссе. Я лагаю сейчас. О, ну все. Минус. Минус тро. Ой, минус четверо уже. Я встану. Чиди спади. Я хз, что говорить. ГП за слаг получается. Зашибись, вообще идеально. Нормально живем. Правильно. Завейдился. Ой, блин. С ней порезаю. Давайте. Бля, мне тоже это кипит. Если сейчас такое. Ну, вообще, вы же знаете. А вот капец. Зорки вне поля. Я не достаю, да? Да, не достает. Кофтой. Ну, сейчас у босса интернет. Упадет 100%. Да правда, мог бы уже не подходить, Роуз. Что, ну я же написал вам. Что? Мне нужно срочно отойти. Не, так я ж ничего, вы так не подходите. Так ты ж, наверное, подошел же. Нет, меня пнулось еще там, далеко, типа. Это же рандом. А, это рандом.
это же типа вопросы не ко мне, а к Сирусу. Что они не могут сделать, что только в комнату пуляется. Я же не рядом стоял. Здесь масс-баф. Сейчас поясню. А босс да запускай, тоже? Пока говорить будет, запускай. Только не падайте сейчас. Ну я лагаю. Не факт, что красная шапочка будет. Она меня. А там была weapon. Там мог бы быть weapon, ради которого мы вообще сюда ходим. Так это тогда можно упасть и заэвейдить, типа, точно так же, нет? Или шука, да, одна из трех будет. Ну, я видишь, люблю. Сейчас разговоры не на шапочку. А, нет, на то шапочку. Же самое. А. По-моему, все то же самое. Ну, тогда еще ладно. Ну, я лагаю, меня все равно стукнет. Я убегаю. Я не умею убегать от него, я кузин пешка бежит. Геру дать с пула? Не, я успеваю бежать. Да, Геру с пула надо брать. Да. Герус пула там. А поставь ее в тот угол, дальний. Сейчас же слишком близко к кастерам, нет? Слишком близко к себе. Ладно, все кастеры отошли. А уже стой, там нормально. Донт, ну блин, ну ты супер плохо сделал. Ты видел, где я стоял вообще? Эх, Зорки не повесил МК, спасся. Пушку упорит сюда. Конечно.
Ну все, босс, я тебе не отдам пушку. Можешь не когда, просить. Когда до конца ритм не досидит, да? Можешь не просить даже. Ты 99 выкинул. 91. Все, босс, иди, знаешь куда. Не-не. Так надо ролить. Ну, погибель идем. Да, да, левой рукой. А может не стоит? Блять, на Деву сходили, на Морозы сходили, на эту хуйню сходили, она погибли не стоит. Да я долго бить очень. Да не больше, чем стоит. Большому счету и на Деву можно было тебе нас не вести. А нон-боссу на оперу, а мне на этого... Странно, вроде вы говорили, что там на 3-4 босса, а в итоге на всех идем. Не, никто не говорил, что на 3-4 босса. Да? Ну, я, по крайней мере, главное не говорил. Да. Не знаю, может быть, кто-то там говорил, хотя я почти все читаю. Ну, типа, на печеньке и пару боссов, которым шмотки нужны сильно, и все. Казалось, одному один босс нужен другому другу. А мы тут прям на всех. Судя по времени, если мы сейчас тупить не будем, то через час мы, по идее, должны освободиться. Так, босс, смотри. Тебе нужно с оперы, ты с мейн состава. Войду нужно с девы, он с мейн состава. Получается, только с мейн состава людям нужно разных боссов. Кому не с мейн состава, что-то другому нужно. Я с мейн состава. Да, Войд с мейн состава. Вообще-то Войд вместо меня ходит. Рыбу поставить, смогу. Ну я в Элеме побуду, да? Не-не-не, давай лучше в ресторчику. Да я на этом по хостую цепляю. Так это когда было? Типа у вас все время Войд был в первом? Да, году. Босс пьяный. Просто. Войд всегда с нами ходил. Просто на разных персонажей. То на совет, то на пале. У Войда одинаковые эти ники. Это у меня разные. Войд у меня учился. Ну, так Деву мы его больше даже не били, наверное. Герус Пула, да? Лапу дайте. Да-да-да. Под босса поставил, как он не в трапе. Что за бред? Зорки, ты что делаешь вообще? Мне показывает 17 кдпс. 14 кадр. Точно не в топятом. Ну, у него сейчас показывает 12-11, вот сейчас. Ну, вот, да, 11-12. Сейчас 13. У меня 12. 12-900-300. 11-600. Да сейчас он упадет, он типа будет ниже меня в конце. А, ну нет, он МК мне не накинул, не будет, наверное. Стримор будет промахиваться.
Я вообще не понимаю, типа, я стою на макс рейндже, все равно меня достает. Как так? Чего вы так урон лутаете? Так нас зато. Говорю, что тримор прям 15-й. Черт этого босса. Второй раз питомца убивает. А, слушай, у меня тоже без пэта. Бля. Ты куда бежим? К дверям, к дверям. Там нету уже. Прожимайтесь. Для сабиночки. Да, тут диспелить надо еще. Понятно. Лени, у меня не первый раз такая хуйня. Его в одного хила просто идем, потому что... Да не, его быстро убило. Так его быстро убило, да. И о том, что идеально сказал, прожимайтесь до фабилки, и зорки умирает. Ну как минимум поглощение там огня или как-то. Есть. Дайте ему что-нибудь там, какую-нибудь, не знаю, касочку. Так я отдал все уже. Все, да. Хорошо. Все, зорки уже ниже меня. Похуй, ман, резко подбить. Ну, резко, резко. Побей босса в мелизоне, там синяя джага на нем висит. Ну, повесить карнес, как попросишь. Да, 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 да. Ну ты душный, да, Локи. Так понимаешь, он специально мне не дает МК? В смысле просто... специально? Ну в смысле специально, кому тут еще можно давать МК? Типа, кому я или ему даю. Упал. А, ну да, да. Да любому, кроме тебя, блядь. Ну вот именно, я же говорю, типа, это называется не специально. В смысле специально? Нет, блин, ну случайно. Типа, к любому, кроме тебя, даю случайно. Как тут можно его не душить? Это же дискриминация моя. Ну, меня точнее. Ой, что с дыханием? Что с дыханием? Второй раз уже. Ну, меня босс дует. Так его нужно держать к балкону, потому что он у него здесь плохое дыхание. Нет, я разворачиваю балкона, потому что он типа реально фиряет, ну, дует в рейд, типа каким-то конусом. Давайте непонятно. Аккуратнее, потому что мы идем в одного хила. Если сейчас я упаду и все. Ты просто этот, главное диспелить и массакру. Да, потому что мне хилить надо диспелить. Ты лучше там хил. Вопрос, почему туда вы пошли? Не было же там. Половина туда, половина туда будет. Знаю, я пойду туда, где как раз есть. Там дотка не столько, не настолько сильно бьет, что не хилить, а не знаю. Ну все, минус. Я не знаю почему, но там зорки умирают сразу. Копии не прожал. Какие копии? А глыба не помогает разве? А у него глыба КД. А, КД. Не раздражает, что бес умирает. Типа, ну, наверное, нужно перепризвать, потому что связка не помогает выжить на перефазе. Так и, ну, хоть да. Все равно зорки уже меня не догонят. Нужно постоять перепризвать босса. Ой, беса. Босса не надо, мы вот так бьем личность. Еще 5 минут пинаем его. Ну нормально, его типа обычно бьют 9-10 минут. С нашим ДПС. Ну типа, а у нас нормальный ДПС. Для кого? Нет, так смотри, у Галлона в десятке 10 лямов. У этого 25 же. Считай почти как... Сколько в 25-ке у него 35, да, у Галлона? Не, вроде больше 40. Нет, не точная инфа. Мне кажется, 35 у меня. Ну ладно.
Да, если ты говоришь, что 10 в десятке и что 35 всего лишь в 25-ке, это смешно. Чё так мало? Ну там же этих кар больше. Нет, смотри, типа, ну должно быть минимум, в 3,5 раза больше, а типа в основном типа 5 раз больше. Ну я же тебе говорю 35. Салам алейкум. С таймингами все связано. Все, вы тут чилите? А, вот у вас танчик? Какой ужас. Вау. Что это вообще такое? Мишка ж не танк. Давайте к дверям побежим сейчас. ШП, даже гибно КП. Ебать, у вас музыка играет, чуваки, вы че? По Evanescence вырываетесь? А внизу бишь. Дай массакру, Корнет. Да блин, тут и диспалить надо, и хилить, и массакру. Ну массакру просто в приоре давай. Она типа вот, весь рейд чё-то застаёт. А идеально не хилишь, что ли? Не-не-не. Он сказал, что он дамажит получше, поэтому... Понятно. Корнес там соляру потеет. Господи, так неудобно твой стрим смотреть. Как ты так с камерой сидишь? Ужас. Во. Лучше. Что там за стрим? Пальцы видно. Да поверни его в рейд, господи. Чё, он никого не убьёт, Корнет захилит. Лаванир есть. Как его убило? Дыхание, наверное. Я, кстати, почему-то... А, да, дисконнект. Меня просто написал этот аддон почему-то. Он должен написать был. Ах, ты, если у тебя... А, не, пропал ДКшка. Ладно, давайте, чипа за это. Да раз. Лестница. Ну что, я там больше зоркого надамажу? Я только Корнес, я только Корнес теперь дамажу. Все, вот. Раз успехнулся, я больше зоркого надамажу. Вот так. Ну ахимаги слабые, капец. Пизды, надо лока качать, блядь. Ой, не то. Там лучше сейчас хиль не отвлекайся. Оп. Пользователь
как же меня лагает. Играет, как это скипнуть? А сколько нам еще боссов? 4. Не смотри, больше. Смотритель, копыта, аран, гнев. Что-то. Молочный. И шахматы по желанию. Какое по желанию? Но у меня его нет, блядь. Я спать хочу уже. Да, кстати, это меня тоже рубит. Должны были в это время сейчас гнева бить уже. Паков путь. Вот зачем тебе эта шель, если с этого сыка лучше? Она же лучше, да, ну. Мы чё, ещё вык пойдём? Ну, планировалось ведь, кстати. Я могу легко в него идти. Да, ну я лучше сока возьму. Да не, просто надо в какие-то другие дни ставить десятку, потому что типа там, во вторник такой себе будний день. Да, я понимаю. Ты считай... А как мы раньше ходили? Еще давно, по-моему. Или помню, в пятницу, в субботу. Нормально это было. Ульда одна была. А сейчас типа 2 25-ки. Точнее 4. Я с этими 25-ками думаю, что нафиг надо фантом буду ходить туда и туда просто. Это и так это все. Я не знаю, что там Саша с расписанием сделал. Кажется, еще ничего не известно. Может, он уже поставил что-то. Ну, льда в четверг. Ну, в принципе, льду, если сильно заплатить, может, за 2 часа принести. Не вайпаться, да и все. Там ДПС уже у нас, ну, можно кем угодно его есть. Ой, низкий уровень здоровья. Забыл, что у нас один хил. Встал в наглую под босс, под мобу. Да блин, если бы я не переделал обратно сокеты, то хрен бы я так захилил бы. Потому что тебя. Ну, хасту ты 1000 сделал. Пока не сделаешь хотя бы себе 1800 хосты, про хосту не забывай. Да в смысле 1800 это много? Не, нормально, как раз у тебя будет под всеми бафами 1 секунда каста холи лайта. Идеально, я бы сказал. Да у меня вот есть... То, что так нужно холипалу. У меня уже нормально так. Нормально, но не один ровно. Так я столько не соберу.
Если только соберёшь. Все камни на... Соберёшь. Чешечки. Кстати, надо будет полутать манту Триньо на хаст. Все же. На пару боссов можно ее юзать. А мне она вообще супер нравится. На всех бы юзал. Я бы тоже на шаманчика бы ее взял. Конкуренты появились? Не, я не буду, ты чё? Ну, во-первых, там приора нет. Во-вторых, зачем мне у тебя, блядь, тринку, который мне на третьего твинал? Учитывая, что я второго-то не особо хочу сейчас одевать. Бля, надо было на руки идти, ёпта точно. А ДПС ты кем будешь тестить? Сейчас попробую чисто босса бить, лучше 14 мне. Я, кстати, тоже хочу чисто босса бить. Я тоже. Давайте спеть им этого главхила просто. И будем все в чисто в босса играть? Ну, типа, кто-то там ауэсли за... будет. Да, Хант будет играть, просто это... Да, Хант будет играть, мы договорились. Просто как будто это так не было в прошлый раз. Ну вот, босс будет ауешить, шаман будет ауешить. Кем? Раз в 6 секунд кнопка одна. Ну да. Ну и ты будешь играть на сера. Давайте рольнем, типа, кто будет играть сера. Был бы фуриком, босс вообще был бы крайне. Давайте. Нам нужен всего лишь один человек, потому что у нас есть ДК плюс вар. Зоркий. Он еще всех кидает, да? Да. Отправляю брат. Ну ладно, это рыбу поставьте и лапку дайте. О, ГГСНИ пускай играет сфера, нормально. Ладно, я побью похуй. Так у него 5. Все равно 14, блять, не важно. Сейчас дам 14. Блин, Донт, а ты мне не бахнешь сокет какой-то на что-то? Есть у кого-то какой-то сокет на что-то? Сомневаюсь. Рыбу. Поставлю. Давай, ставлю. Кстати, фласку тебе... можно выпить, например. Тебе сокет какой нужен? Ну, на что-нибудь. О, слушай, подойдет идеально, да? Дай ему новый выносливый сокет. Как раз там синий бонус засейвит себе. Все, погнали. Стойте. Стой, ДБМ будет. Сейчас уйдет обратно. А, ДБМ дайте вот. А пристабал. Дай им камни, зоркие. И дух, спасибо. Мне уже дай камни. Поздно, я сейчас припод буду пить. 2-1. Зачем, если ты играешь в этих малых? Я еще отмазу, чтобы снять, давайте. Блин, это же я еще проклятие стихии накидываю. Какая потеря? Смотри,
Элем, дай Геру. Одну штуку его убили, да? Это был... Да. Если бы у меня мана не закончилась, я бы, конечно, зоркого разъебал. А если бы нерв не закончил? Да, блядь, я переодел шмотку с МП5, понимаешь, закончилась мана, блядь. Конец. Отсюда вывод, надо чариться в МП5. Да реально как-то было поприятнее, когда у меня 6 МП5 было. Подожди, Зорки, это еще не конец, ты сейчас сядешь. Я только разгоняюсь. А сейчас я имею тотем. Баба, который ко мне подходит, когда у меня киллшот активируется. Тотем поставил, Зорка. Ясно, а мне не ставится тотем, самое главное. Ну, блядь, ясно. Вот так вот и обузим ДПР. А не, мне поставил, все нормально. Ты выбрал не тупой. Самое главное, что Зорки мне так и не дал МК, если что. Напомню вам. Настолько боится челик проиграть твину. Ну, Зорки, ну что ты боишься Локу проиграть? Лок — это имба. Да, блядь, сядь ты по ДПС. У меня всего лишь 100 тысяч не хватит. Может, тебя что-то там не покритует? Сука. Да, ты слабо рос, блядь. Конечно. Плечи надо кому на мейн? Брат, тебе сильно надо? Я могу просто взять для красоты. Да я тоже для красоты хочу. Давай понидим, кто выиграет, тот выиграет. Могу СС накинуть, стойте. Стойте, стойте, стойте. У нас душа ману стал здесь, чё? Тогда на танка накидывай СС. Так ты, блядь, с банка этой, ёпта, блатная. Ну, конечно, слушай. А ты, если что, 235-й. А ты лот, блядь. Ну что? Че у нас танк последний бежит? А я не очень понимаю тоже. Вкатай вперед. Пиздец. Так, ну я пробежал. Нет. Сейчас меня никто не спулится. У меня раскола нет. Главное, чтоб Корнес пробежал и ты. И еще кто-нибудь. Так я уже взял. Ну, у Войда есть СС. Я пробежал, плюс пробежал Главхилл. Все нормально. Значит, я покидаю тело, захожу в инст. Да. Да, все, можете падать там, кто далеко упал. Но мы нормально добежали. А, да тут есть починиться же. Блин, у меня стик сломался. А, за конем, там где последние мобы. На ком СС там. Пошли сбегаем. Вы куда? Вы не в ту, не в ту сторону. Ой. Так ты рос лучше линка, не по сферкам. По сферкам я линканул. Ну, после того, как типа у пятой позиции 5% урона нанесенного по сферкам. Ау, лол, так смотрите, пацаны, Зорки всех наебал. В смысле всех наебал? Ты понимаешь, что мне тархи свечи надо с четырьмя стаками? Я ж не буду одну вспышку туда, одну вспышку всё, туда. Все. До свидания, Зорки. Да вроде жесткий получается. Да?
Так в смысле, да ты нихуя в эту сферки не нанял, что ты линкуешь? А чё мне, блядь, сферки наносить? Мы же договорились, не будем свечиться. Ну а я свечился. А зачем? Что ты накрутил ДПС, а повесил дотку там или что-то еще? Какую дотку? Дотку я знаю. Секрет. Вот я же линканул. Не заебай меня. Ой, дресни. Ик можно завтра на час, но после Алгалона. Я уже засыпаю. Простите, а Палприст-друид никому не нужен токен, что ли? Да что там за ДЦ? Щиточки. А Мальчик. Как его выиграл донт, если... А зачем ты нажал нужно донт? Да нет, донт нажал, пацан. Ну я от этого собью, давай первому. Ну короче, бейте, я не буду бить. Так что насчет Ика? Что? Интересно, что? Кстати, я смогу этим сбить? Да давайте, ой, да, я давайте хорош, завтра смотрите. Сходим. Я могу локом опытом сбить. Могу станами, фером. Ну, типа ликом. Алгалон аж пойдем, вот после Алгалона и закроем на 30-40. Чем вот это все? Сегодня давайте не надо. Да в смысле это... сегодня? Смотри, 4 босса нам еще. Я говорю, давайте не надо сегодня, конечно, но мы сейчас закончим это в 12 в итоге. Нафиг оно нужно? Да, я же говорю. Завтра по-быстренькому закроем и нормально будет. Как раз. Всего... Алгалон плюс Ик этот час, может даже меньше, если все будет нормально. Там сборы и так далее.
Я не смотрел на него. Не, там у четырех позиций было большой ДПС. У Вара, у Мага, у Ок и у меня. Потом там меньше 10 было, по-моему, может дальше. А где там этот отчет-то? У меня он почему-то слетел. Ну что, типа, ауи агро набирали? Не, ну если ты огнем дышишь, блядь, нихуя себе. Берем. Мелко будем убивать? Бля, надеюсь, меня сейчас хватит в цепи, потому что мне нужно этот отписать. Так, я готов. Капоты собрали, пацаны. 3, 2, я не буду пить. 1. Четко, как я и хотел.
Вау, что за лут. Жестко. Да, он дает все. Соло захилижишь? Чем, Андрюс? Да, да. СС кому накинуть? Ману, рис. Ну так вы не заходите пока. Не заходите. Все. 5, 4, 3, 2, 1. Кто сагротил, а почему у нас все срывают что-то? Пол даже. Беги, малышка, беги! Да зачем? Не отошел. А, у меня есть сука. Сейчас диспелим. Меня скончилось. Ресните. СС я накидал на тебя. Так я уже. Дайте быстро. Понятно. Понятно. Гимна. А нет, а вообще реса, да. Да нет, нет, не смотрите.
Блин, вот здесь, вообще здесь, наверное, моя ошибка. Мне просто никто не сказал, что мне нужно контролить. Я даже не видел. Конечно, блин, просто, ну, да. Ну что, надо, я это... не видел. Ну что, ну надо это говорить, естественно. Да, надо это говорить, Донт. Я, блин, второй раз в каре этим локом. Второй раз в каре локом. Откуда я знаю, что, типа, мобы появились, я их даже не вижу. У меня, ну, перевернутый персонаж. Зачем нам РЛ? Я могу встать. Подожди, сейчас он встанет. Лока резаю. Только быстрее отбегай, я потом встану. Не-не, он сейчас пройдет, я встану потом. Да, шкаф вот стоит. Фьё, давай фьё.